одеяло. То же, что на младенце. Мне дала его мать, а ей ее мать. Еще она дала мне это. Яйцо! Он здесь! Он пришел за нами! Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Они провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю. Сам обряд забыл много веков назад. Я видела этот обряд. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Он идет.
Броди, ты чего? Нет. Я знаю, что надо делать. Надо бежать в дом. Буря уже идет. Мешай ей, Джей! Шамазали? Ты? Ты говоришь? Найди палку, Джоди. Найди, чем чертить знаки. Джоди! Шимасани! Один бледнолицый не был на этой земле. Сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Эта земля священна.
кости ваших предков. Они должны покоиться вместе со своим народом. Ты решилась? Уезжаешь? У меня есть дела. Раньше я считала свой дар проклятием. Может, это не так? И он принесет пользу людям. Пора выяснить, кто я. Ты помогла нам, Джоди. Нам и всему, всему племени. Мы у тебя в долгу. Если не найдешь, что искала, возвращайся. Здесь твой дом. Я буду скучать. Я тоже, Кори. Я тебя не забуду. Ашки будет тут грустить без тебя. Ну, мы с ним еще увидимся.
Джоди! Ты что, пешком собралась идти? Пришлось повозиться, но я его починил. Бери, он твой. В знак благодарности. Спасибо. Готово? Да. Коул! Да-да, я записываю. Соберись, Джоди. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Айден, что-нибудь видишь? Спасибо, пап, красивая. Открой. Джоди, ну как? Ты что-то видела? Нет. Нет, там все мутное. Не разобрать. Да? Кнайтон? Да, я передам. Нейтан? Там некий Райан Клейтон пришел. Говорит, ты его ждешь. Да, я... Я отойду на минутку. Ты куда? Подожди Нейтана. Что случилось, Нейтан? Ты расстроен? Джоди, это Райан Клейтон из ЦРУ. Власти хотят, чтобы ты прошла курс подготовки на военной базе Кэмп Пири. Райан теперь отвечает за тебя. Ты поедешь с ним, Джоди. Сейчас. Я не понимаю. Почему? Наш отдел принадлежит ЦРУ. Они с самого начала отслеживали твое дело. Они знают все про Айдена. Я уже взрослая. И я сама за себя решаю. Никто меня заставить не может. Джоди, я знаю. Это нелегко. Но ты должна понять, это такая возможность для тебя. Плевала я на все. Никуда не поеду. Ну все, слушай, Холмс, можешь играть в юную бунтарку, сколько влезет, мне плевать. Ясно? Гонор свой засунь подальше. Заткнись и делай, что говорят.
Ладно, пойду соберу вещи. Много не бери. Тебе все дадут в Кемпире. Не волнуйся, ты справишься. Черт, я буду скучать по тебе, принцесса. Я буду тебя навещать. Я тебя не брошу. Ты мне веришь?
всегда буду рядом. Нам пора. Да. Джоди, привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что... Может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко. Я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8 часов. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись! Заткнись! Мы это уже проходили! Я не твоя собственность! Я буду встречаться с кем захочу! Это моя жизнь! Ты слышишь меня? Это моя жизнь! Знаешь что? А по-моему, Райан классный! Он умный, обаятельный, смешной! Я почти влюбилась! Да, я в курсе, что случилось в баре. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно. 7 часов. За час надо убраться, одеться и сделать ужин. Мусорка на кухне. Книги. Так, их на полку. Ну вот.
грязное белье в корзину в ванной. Так, сюда. Господи, а как же ужин? Надо хоть что-нибудь приготовить. Я хоть в душ-то успею я черти в чем. И что мне надеть? О, Райан, я тебя заждалась. Тебе нравится? Стильно, элегантно, с изюминкой. Стильно, элегантно, да. Пусть он знает, что я умею быть очень разной. Можешь даже не стараться. Слышишь? У меня будет свидание. Точка. Нужно что-то, что можно приготовить за час из тех продуктов, что есть. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но вроде просто. Пицца на заказ. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо.
это вариант. Пицца. Ну, так, так проще всего. А он не обидится. Все, звоню. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. Алло, заказ на большую пиццу. Супер Суприм. К 8 доставите? Да. 6192 Коламбус Стрит. 9-й этаж. Хорошо. Да, спасибо. Да, очень смешно, Айден. Надо же, какая романтика. Тетя Айден, что ты как маленький? Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь.
Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. Правда? Здорово. Ты садись, я принесу. Ну, чем вино открывают? Классная квартира. А? Да, спасибо. Айден, твою ж давай открою. Нет, нет, я сама. Окей. Спасибо. За новоселье. За новоселье. Ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то непривычно даже. Ну, а ты где ты живешь? У меня дом в пригороде. Маленький, но есть садик и тихо. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Родители и брат так там и живут. А я уехал, когда мне было 16. 16? О-о-о. Тебя выгнали из дома, что ли? А, дома было неспокойно. Отчим часто бил меня с перепоя. И я... решил уйти, пока мы друг друга не убили. Да. А как ты оказался в ЦРУ? Я закончил колледж, но не знал, кем хочу стать. Был в армии. Сама понимаешь, мечтал о приключениях. Но в итоге понял, что это не мое. А потом меня нашел вербовщик из ЦРУ. Вот и все. Сейчас. Эй, день добрый. Сейчас. Сдачи не надо. Спасибо. Я заказала пиццу. Это ничего? А пицца здорово. Годится. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года. А я о тебе ничего не знаю. Так и рассказывать-то нечего. Жила с родителями на базе ДПА, потом меня забрал Нейтан. Ну, а остальное ты знаешь. А с родителями ты общаешься? Нет, незачем. Мне кажется... они вообще боялись меня. Вот. Нейтан и Коул, они вырастили меня. Учили, как жить с Айденом. Принять себя такой, какая я есть. Не всегда получается, но я стараюсь. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя эта связь с Айденом? Нет. Не выяснил. Они... то есть
Он здесь сейчас? Слушает нас? Да. Да, он всегда рядом. А у тебя здесь есть родные? Нет. Мои родители живут в Орегоне. Я стараюсь о себе не напоминать. А у тебя есть жена или типа того? Нет, нет. Ну, в смысле как, была. Я был женат, но мы с ней уже 2 года как в разводе. У нас не было шансов. Ну, так уж вышло. Настал момент, когда мы оба поняли, что лучше не тянуть и разойтись. А у тебя? Есть кто-нибудь? Нет. Только Айден, вот. Ну, а среди людей? Знаешь, Айден как бы всегда отгонял от меня людей. А может, я сама? Может, я просто для всех слишком странная? Ты особенная, Джоди. И дело тут не в Айдене. Джоди, что-то не так? Прости. Прости, не думай. Дело не в тебе. Просто однажды не могу кое-что забыть. Ничего. Ничего. Прости. Я, наверное, пойду. Да.